хочу прочитать вам стих, который называется «Подарок Иисуса», который коснулся меня до глубины души. Однажды вечером в кругу одной семьи шел разговор, сердечный, откровенный, что каждый подарил бы в знак любви Спасителю, сошедшему на землю. Отец сказал: «Нет в мире ничего, чего достоин Он, любви обильной. Я ноги бы в слезах омыл Его, уставшие от стези мира пыльных. А я бы ложе лучших простыней усыталому Спасителю покрыла, чтобы нашел он отдых и покой», с улыбкой нежной мать проговорила. И только мальчик маленький молчал, задумчиво глядя во тьму в окошко. «А что бы ты, сынок, Иисусу дал?» — спросил отец. «Скажи нам честно, крошка». Ответил тихо мальчик: «У меня игрушка есть для сердца, дорогая. Из плюша я отдам Христу коня». И рассмеялась вся семья родная. Смеялись долго. Вдруг раздался стук. Дверь отворилась. Все умолкли сразу. В глазах отца семьи блеснул испуг. Вошел унылый бомж в одежде грязной. В опорках ноги из прорех торчат. Ступни не мытые, не бритые, не красивые. Униженность в осанке и в очах. «Что нужно вам?» — спросил отец брезгливо. «Нельзя ли мне в сарае вашем ночь поспать?» — спросил униженно бездомный. «Нет-нет», — сказала мать, — «ступайте прочь, мы на ночь не пускаем незнакомых». «Постойте, дядя!» — мальчик закричал, слезу смахнув ладошкой украдкой. «Я Богу дать лошадку обещал. Возьмите, дядя, хоть мою лошадку». Калитка тихо скрипнула опять. Семья сидеть осталась тесным кругом, но глаз не смели ни отец, ни мать на мальчика поднять, ни на друг друга. Мы часто в жизни не жалеем слов, красивых слов, напыщенных, ничтожных. На деле познаются лишь любовь и доброта, слова без дела ложны. Белый снег на дворе искрится, наступает Рождество. Будем веселиться, пожелаем всем, друзья, чистоты младенца, силы духа и любви, что идет от сердца. Пускай Божья благодать снизойдет на лица. Христа будем прославлять, будем веселиться. Пусть священная звезда путь нам освещает, а огонь души людской пусть не угасает. С Рождеством Христовым и с вами. Счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем, счастливого Рождества мы желаем всем вам. Счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем, счастливого Рождества мы желаем всем вам. Счастливого Рождества всем, счастливого Рождества всем, счастливого Рождества мы желаем всем вам. Добрый день, дорогие братья и сестры! Добрый день, наши гости, которые сегодня пришли в этот дом для того, чтобы отпраздновать вместе с нами. Это счастливое Рождество, это праздник рождения нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И давайте мы дадим Ему громкую славу. Аллилуйя, Иисус! Слава тебе! Мы желаем вам счастья. Мы желаем вам Божьей любви. Мы желаем вам мира и покоя. Мы желаем вам взаимопонимания в ваших семьях, в ваших прекрасных жизнях. Мы желаем вам благословения во всяком деле рук. И пусть Божья благодать и Божье благословение, они изливаются в жизнь каждого присутствующего на этом месте. Пускай рожденный Спаситель, Он всегда живет в ваших бессмертных сердцах и душах. Пусть Вифлеемская звезда всегда светло светит в ваших бессмертных душах, в ваших семьях. Будьте счастливы! С Рождеством Христовым! Давайте аплодисменты Господу!
Я буду читать Священное Писание, Рождественское послание. Я хочу, чтобы каждый из нас открыли свои сердца. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое правление Квириния Сирии. И пошли все записаться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явились с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, и в человеках благоволение!» Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив пришли, и нашли Марию, и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Слава Господу! С Рождеством Христовым! Младенец родился, Сын дан нам. Благословение с небес пришло в нашу жизнь. Иисус пришел для того, чтобы спасти человечество от греха его. И блажен ты, другими словами, счастлив ты человек, если твои грехи, они прощены, и беззакония твои удалены. И сегодня ты можешь носить высокое звание, титул христианин, праведник Божий. Будьте все благословенны. И мы откроем нашу праздничную программу молитвой. Мы попросим у Бога благословения на это рождественское богослужение. Давайте все предстанем пред Богом. Отец и Бог наш, мы благодарим Тебя, что 2000 лет назад Ты послал в мир Спасителя, Искупителя, Избавителя рода человеческого. Ты послал, Господь Божий, Сына Своего, чтобы спасти этот погибающий мир от страшной катастрофы под названием грех. Боже Господь, мы благодарны Тебе, что Ты отдал самое дорогое, что у Тебя было, за Твое творение, чтобы избавить, чтобы спасти, чтобы искупить человечество от этой страшной болезни, от этого вируса, который покрыл всю планету под названием грех. Господь, мы поклоняемся Тебе, и мы просим Тебя, чтобы сегодня, Господь, Ты благословил нас на этом месте. Мы просим, Господи Боже, чтобы Твой Дух Святой двигался на этом месте. Мы молим Тебя, чтобы в наших сердцах была огромная небесная радость. Ибо когда ангел Божий пришел к пастухам, он возвестил и он сказал: «Радуйтесь, ибо в городе Давидом родился Спаситель». Бог, спасибо Тебе за радость, которая, Господь, не от каких-то земных удовольствий, не от какого-то смешной комедии, не от выпитого спиртного или чего-нибудь, но радость, которая пришла с небес, радость в Духе Святом. Я молю Тебя, пусть Божьи небеса, они будут открыты над этим святым местом. Пусть Твое присутствие будет на этом месте. Пусть ангелы Твои, невидимые существа, наполнят это место, Господь. Веди эту программу, яви сегодня славу Твою. И пусть сегодня откровение Слова Твоего
оно изменит наше мышление, наши жизни и наши судьбы. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы превозносим Тебя и обещаем всю славу, честь, хвалу и благодарность воздать Тебе, святому, великому, всемогущему Богу. Во имя Иисуса Христа и весь Божий народ сказал «Аминь». Давайте ударим славу Господу. Аллилуйя! Еще раз каждого из вас с этим прекрасным праздником. И мы начнем наше торжество с прославления и восхваления Бога. Так как учит это Библия, так как учит это Слово Божие. Радостно, с рукоплесканиями, восклицаниями. Потому что Библия говорит, все дышащее да славит Господа. С Рождеством Христовым! Ты можешь, если не знаешь этого человека, можешь познакомиться и можешь поздравить его с этим праздником, с днем рождения нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Спаситель, что ты нам родился, пришел спаситель в эту ночь. Спаситель, что ты появился, себе да и сомнения прочь. Спаситель, что ты появился, себе да и сомнения прочь. Вместе с ним пришла на землю небесная святая любовь, которая всех нас объявит, готовая пролить свою кровь.
прославлять нашего Бога. Будем веселиться при Ним, потому что Он достоин всей славы. Аллилуйя! Аллилуйя!
поблагодарить Бога за все, что Он делал в твоей жизни. Просто поблагодари Его сейчас за прошедший 2014 год, за все, что Он делал в твоей жизни. Поблагодари Его, что Он спас тебя, что Он искупил тебя, что Он записал твое имя в книге жизни. Поблагодарим тебя, Боже. Мы поклоняемся тебе. Тебе в это рождественское утро.
благословляем Твое имя. Дайте все, как Библия учит, воздвигнем свои руки к небесам. И все вместе споем, открыв свое сердце для Бога. Мы любим Тебя, Господь, и благодарим Тебя за то, что Ты подарил человечеству Рождество, Спасителя мира, Иисуса Христа. Мы поклоняемся Тебе, восклицает вся земля. Величаем Тебя, чудный Эммануил. Господь, мы благодарим Тебя за спасение, за дар вечной жизни. Мы благодарим Тебя, что Ты оставил славу небес. И Ты пришел на эту землю. И Ты жил вместе с людьми. Ты показал пример, как нужно жить, как нужно поступать. И Ты взошел на Голгофский крест. Ты был мучим за беззаконие наши, за грехи наши. Наказание мира было на Тебе. Ты забрал все грехи человечества. И ранами Твоими мы исцелились. Мы поклоняемся Тебе в это рождественское утро. Мы благословляем Твое имя. Мы любим Тебя. И мы присоединяемся сегодня к ликованию небес, к ликованию ангелов. Мы присоединяемся сегодня к пению всех святых Твоих. И мы говорим, достоин Ты принять всю славу, честь, хвалу и благодарение. Вечный Бог, Царь всех царей и Господь всех господствующих. Во имя Иисуса Христа. Амин. Давайте еще раз большую славу Господу. Он достоин. Он достоин. Аллилуйя. Слава Тебе. Аминь.
Он здесь. Мы его не видим, но Духом Святым присутствует на этом месте. В этом и заключается вера. Вера не тогда, когда ты увидел, а вера, когда ты не видел, но ты веришь. И Он сейчас здесь. Он пообещал, Он сказал, где двое или трое будут собраны во имя Его. Он сказал, Он будет среди нас. И Он, уходя, Он сказал, вот я с вами до скончания века. И знаете, Библия говорит, что Он святой приходит, когда мы славим Его. Прославление – это стихия, в которой является Господь. И сегодня особенный рождественский день. Я еще раз каждого из вас говорю, что я люблю вас любовью Христа. И я поздравляю вас. И у нас сегодня особенный гость, который приехал уже 2 дня, учил на библейской школе. Человек, о котором мне нужно много рассказывать. Стоит только войти в интернет или где-то в христианских кругах поговорить именно. Это отец Сергей Журавлев. У него есть рождественское послание и поздравление. Пожалуйста. Христос родился, славим Его. Христос родился ради нашего спасения на этой земле. Благодарю Бога за чудо Рождества, благодарю Бога за чудо спасения, благодарю Бога за это собрание. И давайте скажем все вместе: я верую во единого Бога Отца, всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого, невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, единородного, от Отца рожденного, прежде всякого времени, как свет происходит от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, а не сотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, нас ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день, как было предсказано в Писаниях, и вознесшегося на небеса, и сидящего на почетном месте у Отца Своего, и вновь грядущего во славе Своей, чтобы судить живых и мертвых. И Его царству нет и не будет конца. И в Духа Святого, Господа истинного, животворящего, от Отца пришедшего, с Отцом и Сыном, мы Ему равно поклоняемся и прославляем Его. И Он говорил нам через пророков, воединую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение, во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. А вы смерти Отцу, Сыну и Святому Духу Родовичу. Воскрешите мы все народы, воскрешите мы голосом радости.
Дорогие друзья, пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные. Спасибо певчим, музыкантам. Спасибо огромное всем вам. Впереди еще программа еще будет. И будут поздравления звучать. Я хотел бы тоже и поздравить, и поделиться словом Господним, и спеть также. Потому что, ну как же, батюшка приехал, значит. Как же без песенки? Не только поэтому. Я очень люблю рождественские песни, очень люблю Христа славить. И я сам россиянин, Украина моя вторая родина. И я первый раз приехал в Украину, это было в 97 году, именно как раз в предрождественские дни. И вот это, я художник по своей специальности, до церковной моей специальности, и у художников очень важным является вот это импрессио, впечатление. Вот это первое впечатление. И мое впечатление было от Украины, первое вот это, импрессио. Оно было очень таким, ну, запоминаемым, очень трогательным. Это были гимны, это были песни. Я очень благодарю Бога за то, что когда приехал, я, знаете ли, испытал такой культурный шок. Приятный культурный шок. Я приехал в город Львов, две недели был в этом городе, и мне очень нравилось, что на улицах, везде, где бы я не был, люди здоровались друг с другом и со мной здоровались, они говорили «Слава Иисусу Христу!» и отвечали «Слава навеки Богу Святому!» Знаете, для меня это было так вот, я думал, Боже мой, я на небесах или я еще на земле? Я не знал, что может быть такое на земле, чтобы был такой город, где люди вот так вот утром рано, вот за место здрасте, так вот, славили Иисуса Христа. Ну что, мы так живем? И в таком городе, где вот так вот все происходит. Знаете, это чудо. Я испытал очень приятный такой культурный шок. И мне было очень приятно. Это первое. А второе, как раз эти приготовления все в соборе Святого Юра. Запомнились вот эти вот певчие мальчики, девочки, они пели как раз рождественские вот эти песни. И, знаете, некоторые из них, они мне до сих пор, ну, в памяти. Ну, вы знаете, не знаете, я спою. Нова ради стала, яка не бувала, над вертепом зоря ясна, світові засяла. Над вертепом зоря ясна, світові засяла. Там Христос родився, з діви воплотився, як любина перед нами Богими повився. Христа величають всім народам цю чудову новину звіщають, всім народам цю чудову новину звіщають. Ми такого ж співаємо, Христа прославляємо. Від Марії рожденному хвалу, честь віддаймо. Від Марії рожденному хвалу, честь віддаймо. Христос народився. Славимо, прославляємо Христа, живого нашого Спасителя. І я очень Бога благодарю, что вот с этих святых дней началось мое знакомство тогда с Украиной. И я очень Бога благодарю, что здесь я стал реформатором, обновленцем. И благодарю Бога, что Бог призвал меня здесь к служению. И являюсь на сегодняшний день украинским епископом реформаторской православной церкви Христа Спасителя. Я благодарю Бога за все и поздравляю вас. И желаю процветания вам, благословений всех Божьих. И тем, кто здесь, в этом зале,
собрался, знаете, желаю тем, кто уже верующий, тем, кто пережил спасение в своей жизни, просто благодарить Бога за все и пребывать в Нем непрестанно. Те, кто еще может колеблется, сомневается, кто, может, пришел с вопросами в поиске Бога, обрести веру, чтобы уйти отсюда, с этого собрания, с этого храма, с этого дома молитвы, уйти именно с верой во Христа Иисуса, как в своего личного Спасителя. Потому что, как некоторые проповедники говорят очень мудро, что знать, что Христос родился 2000 лет назад, это история. Но знать, что Христос родился в сердце твоем, это уже спасение. Вот это есть спасение. И Иисус не побрезговал простым вертепом, простой пещерой. Пришел в очень... Он мог бы прийти, конечно, в богатую семью. Мы не выбираем наших родителей, мы не выбираем место рождения, мы не выбираем, кто нас родит на этой земле. Но Бог, Он мог бы своего сына, допустим, воплотить в царской семье. Мог бы? Конечно. Мог бы в семье кесаря, допустим, да? Конечно. Мог бы он в семье, допустим, ну хотя бы какого-то олигарха, допустим, да? Вот, Никодим, говорят, вот тот Никодим, что приходил в 3 главе Иоанна к Иисусу. Историки и исследователи Библии утверждают, что это, вероятнее всего, один из богатейших людей Иерусалима. То есть это, ну, по-нашему, олигарх. Вот мог бы он родиться в семье олигархов? Конечно, был бы там Иисус Никодимович, допустим. Вот еще. Почему бы нет? И он бы не знал бы беды по себе, значит, и значит, у него все уже как бы будущее уже проплачено, как бы, и уважение, почет мог бы, но он пошел не легким путем. Он пошел другим путем. Он пошел путем унижения, смирения, показав, что на самом деле Господь хочет спасти всех. И ему не все равно, что творится даже в простой, скромной семье бедного, небогатого человека, плотника. И когда Иисус родился, то за первенца по закону Израиля, по закону Божьему, полагалось принести жертву. Это должна была быть хорошая жертва. И даже в традиции говорится еврейски, что отец уж на первенца должен раскошелиться, даже самый бедный из отцов должен раскошелиться, и лучше там не доесть, но денежки собрать и хорошую жертву принести. Но за Иисуса даже хорошую жертву не смогли принести. Я не думаю, что Иисус, что Иосиф был скрягой. Он написано был благочестивым. То есть, если была бы возможность такая финансовая, он бы принес достойную жертву. Но он не смог принести достойную жертву, а принесли, ну как, по-нашему, копеечную свечку. Принесли птенцов голубиных. Принесли то, что по закону говорилось, что если уж семья в недостатке и не в состоянии принести достойную жертву, пусть принесут тогда минимальную жертву. Это стоило совсем пустяк, символически. Это стоило все голубиных этих птенцов принести в жертву. И вы знаете, Бог тем самым показывает, что ему не все равно, что творится на этой земле. И он испытал все, кроме греха, чтобы спасти всех нас. Слава Богу! Друзья мои, когда Иисус пришел в этот мир, мы знаем, во зле лежит, и много зла в этом мире до сих пор, много несправедливости, войн, гладов, моров, много всего. В этом мире много безобразия творилось, и тогда, и сейчас много несправедливости. Чего вам не говорить? Все это видите и знаете сами. Но, знаете, друзья, если мы порой руки опускаем, смотря на зло этого мира, то а каково же Бог, который знает все вообще? И однако же Он не пессимист. Однако же Бог является оптимистом. Потому что если бы Он не верил в нас, если бы Он не любил нас, Он не отдал бы Своего Сына за нас. Но написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог не послал Сына судить этот мир, хотя мог бы это сделать. Но Он послал Сына Своего, чтобы мир был спасен через Него, через Иисуса Христа. И верующий во Христа, друзья, не судится, но перешел от смерти в жизнь. Те, кто перешли, друзья мои, те, кто переходят, благодарите Бога. Те, кто еще сомневается, колеблется, спешите, потому что лучше сейчас принять это решение. Не опоздайте, чтобы потом не было печально, чтобы потом локти не кусать и не смотреть, как поезд ушел. Потому что мы знаем, что однажды время прекратится, однажды времени не будет этой благодати. Да и но не только времени, вообще, по сути,
когда человек уходит с этой земли, все, время уже нет. Человек уже, как мы говорим сейчас современным языком, в другом, ином измерении уже, все. Но пока мы на этой земле, можно все поправить, можно все изменить. Давайте будем ценить это. Друзья, о чем вам рассказать? Вот, о страшном или не страшном, о хорошем? У меня есть, понимаете, я хочу вам и страшно рассказать историю, и хорошую историю. Вот, наверное, как вот говорят, да, у меня две новости, хорошая и плохая. Вот у меня тоже сейчас вот две новости таких, одна хорошая, другая плохая. Знаете, ну, начну с плохой, наверное. Да, потому что как бы так надо, лучше. Плохая новость, знаете, вот Рождество, с одной стороны, мы говорим, да, праздник, да, Иисус пришел в этот мир спасти мир. Но посмотрите, что говорит нам Евангелие, что нам показывает Библия. Когда пришел Иисус, что произошло? Вы помните, ну, наверное, большинство из присутствующих Библию читают такие. Вы помните, какая была несправедливость? Полилась кровь. Убили младенцев. Была бойня. Это трудно объяснить вообще. Человек просто одержимый, видимо, бесами. Потому что нормальный человек с нормальной психикой не может отдать такие ужасные, уродливые приказы. Царь приказывает убивать всех младенцев от 2 лет и ниже. Льется кровь. И потом на протяжении всего времени, знаете, тоже много кровушки было пролито. И сам Иисус на кресте, Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Знаете, с одной стороны, мы принимаем спасение, но мы должны знать, что за это заплачена великая страшная цена. Великая страшная цена Сына Божьего. Еще скажу, друзья, страшная правда в том, что не все смогут спастись. Христос Спаситель. Знаете, как вот смотрим фильмы катастрофы, допустим. Вот тот же «Титаник», допустим, какой-то еще там фильм катастрофы можно вспомнить. Их много разных. И мы видим, допустим, что люди там некоторые спасаются, некоторые барахтаются и тонут. Погибают. К сожалению, горькая правда и страшная правда в том, что не все спасутся. Это вот от этого очень страшно становится. И я вспоминаю своих знакомых, друзей, родственников, которые ушли в вечность. Я понимаю так, что они так и не пережили спасение своей жизни. Мне очень страшно за них. Мне очень печально, моему сердцу. Сегодняшним днем, вот сегодня, начало 2015 года, уже люди умирают, умерли, некоторые погибают, уходят в вечность, и далеко не все они спасенные. Иисус сказал об этой горькой правде, об этой страшной правде следующее. Он сказал: «Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». И Он утверждал, и многие идут им. Представьте, Он не сказал, что некоторые лишь идут им. Он сказал: «Многие». Это страшная правда. Это очень горькая правда, если вдуматься. И печально, что и в Измаиле, в Одесской области, в других регионах Украины, по всему лицу земли, в разных странах, народах, также широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут этим путем. Это страшная правда, очень горькая правда. Когда потом думаешь, что, знаете, сердце кровью обливается. Чарльз Спенджен, один из величайших проповедников в истории христианства, он как-то, есть беседа его с учениками, и он сказал как-то, примерно так, примерно следующее. Проповедникам молодым, которые говорили, что вот в принципе тем много для проповеди, но однажды исчерпывается тема, и о чем проповедовать, мы не знаем порой. И Спёрджин сказал примерно так этим молодым проповедникам: «Братья, если хотя бы одну минуту человек посмотрел бы в ад, заглянул бы в ад, то он всю жизнь знал бы, о чем проповедовать ему. Он всю бы свою судьбу вечную, земную судьбу свою, знал, о чем ему нужно проповедовать людям». И знаете, я благодарю Бога, что по милости Божьей я преподавал здесь вот эти дни, вчера, позавчера, и началась библейская школа.
Это очень хорошо, очень хорошая традиция, добрая традиция вашей церкви, начинать каждый год с библейских занятий, библейской школы. Это добрый почин, я считаю, очень добрый. И замечательно, что в этот раз школа началась вот с этих как раз занятий, миссионерство и евангелизм. И я очень хочу, чтобы те, кто посещали эти занятия, и те, кто не смогли посетить их, чтобы сегодня задумались, что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И Господь дал нам возможность с этого пути уводить заблудших, с этого пути спасать погибающих. Он дал возможность нам, верующим, нести Евангелие этому миру погибающему, бросая спасательный круг погибающим тонущим людям, обращая от тьмы к свету. Друзья мои, это самое великое дело всех дел. Есть много профессий, много работ в этом мире, много хороших профессий, достойных профессий. Но самое великое – это спасать людей. Самое грандиозное – это спасать народ. И в этом каждому христианину есть поручение. Потому что Господь не только там священнослужителям каким-то отдельным, там евангелистам обращается, но Он ко всем нам обращается. Идите, говорит, научите все народы. Он ко всем нам обращается, нести Слово Божье, повелевает. Для всех это слово актуально, великое поручение. Потому что не рясы нас делают, не рукоположение, не что-то еще делают нас священниками, а Иисус Христос, живущий в нас. И Иисус Христос, Он делает нас царями и священниками, и мужчин, и женщин. И каждому дается это великое поручение. Слава Иисусу Христу, нашему Господу. Братья, сестры, у Матфея, 1 глава, 23 стих, написано: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Матфея 1:23. И ссылочка на пророчество Исаии, то же самое говорится в Исаии 7:14. И, друзья мои, Эммануил, Эммануэль, Эммануил. Что это слово означает? Это одно из имен нашего Спасителя. И здесь в синодальном переводе русской Библии и во многих других переводах, и в украинском в том числе переводе, к сожалению, переводчики опасались и сомневались, и, к сожалению, буквально отказывались переводить чаще всего этот текст. И переводилось фактически всегда в большинстве переводов именно как «с нами Бог». Хотя буквально переводится по-другому. Можете открыть в интернете, интересно, еврейские слова. «Эману» слово. Или сравните его со словом «этану». Этану Эль, это с нами Бог. Этану, когда мы говорим, этану, говорите, то это значит с нами. Рядом с нами, или мы идем одним путем, с нами, этану. Но Эману, это слово переводится совсем по-другому. Оно переводится внутри нас, внутрь нас. Я теперь понимаю, почему переводчики многие из-за своих конфессиональных сомнений, всяких предубеждений, опасались буквального перевода этого текста. Я не думаю, что они были неграмотными людьми. Нет. Грамотные, но заложниками своих конфессиональных представлений. Потому что в нас Бог, это рушит очень часто нашу христианскую теологию, рушит наше представление религиозное, протестантское, православное, католическое, любое. Потому что действительно, когда в нас Бог, это совсем иное христианство. Это не просто протестант или православный или католик, это Христов, это настоящее христианство, это не понарошку христианство, это по-правдошному христианство. Это христианство, которое от Христа Иисуса, от апостолов. И я думаю, что всем нам сегодня, верующим разных конфессий, необходимо поразмышлять над этим. Какое мое христианство? С нами Бог или внутри меня Бог? Давайте поразмышляем. Это очень, это, казалось бы, разница небольшая, но она принципиальная. Потому что пророк у Исаии буквально там переводится следующим образом тоже. Внутри нас Бог. Потому что когда Он рядом с нами,
Когда Он с нами, то в этом ничего такого, ну, как бы, сверхъестественного нет. Очень много людей, ну, можно вспомнить, допустим, тех же самых немецких фашистов, да, тоже напряжут, не писали с нами Бог. Человек, христианин, который убежден, что с ним Бог, он может делать, в принципе, очень многие вещи. И очень много несправедливости, греха и прочее. Но когда в нас Бог, это совсем иное христианство. Он не может делать все, что ему заблагорассудится. Тогда тело мертво для греха, дух жив для праведности тогда. Тогда иное христианство совершенно. И интересно, сегодня из пришедших сюда людей на этот праздник, давайте мы каждый из нас заглянем в себя, как вот там в Писании говорится, исследуйте самих себя. Давайте проверим себя, какое мое христианство. Со мной Бог или внутри меня Бог? Иисус Христос, Он возле меня, рядом со мной или Он внутри меня? Если Он рядом, то прямо сейчас, прямо сегодня скажите Богу, войди в мое сердце, живи во мне, не просто рядом со мною, не просто близ меня, а внутри меня. Можно приходить к источнику воды живой, который есть Господь, и пить из этого источника. А можно, как та самарянка, дай мне такой воды, чтобы мне не ходить сюда больше никуда. А можно напиться так, чтобы эта вода, которая в нас, она в нас вдруг сделалась бы источником воды, текущей в жизнь вечную. Интересное свойство этой святой воды. Давайте сегодня примем этой живой воды так, чтобы она в нас пробила этот колодец. Сделалось в нас источником воды, текущей в жизнь вечную. Тогда уже не будешь жаждать вовек. Тогда ты уже не будешь говорить, жажду тебя, Господь, потому что внутри тебя уже Бог. Конечно, скажете, это не слишком ли большое требование, но Господь говорит, будьте совершенны, совершен Отец ваш Небесный. Он призывает всех, для всех открывает ворота. Пожалуйста, самый широкий доступ к престолу Отца Небесного. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Сам Христос, Он распростер свои руки и приглашает всех и вся, любого человека, любой национальности, любой культуры, религиозных, политических представлений. Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Он приглашает к себе сейчас. Давайте помолимся, друзья, и потом я буду продолжать эту тему. Давайте помолимся сейчас. И кому-то надо покаяться сегодня. Первый раз. Кому-то, может, надо покаяться уже не первый раз, но надо вернуться сегодня к Богу. Кому-то надо сегодня восстановиться через покаяние пред Богом. Сегодня очень хороший день для этого. Поговорим, давайте, с Богом сейчас, своими словами, от всего сердца. Если кто хочет выйти, или может выйти сейчас, лучше выйдите вперед, чтобы не только пред Богом, но и пред людьми исповедовать Иисуса Христа своим Спасителем Господом. Потому что Иисус сказал, что кто пред людьми меня исповедует, того и я исповедую пред Отцом и пред ангелами. Давайте встанем, возлюбленные, сейчас на эту минуту сейчас покаяния, молитвы. И давайте так и сделаем. Те, кто хотят покаяться сегодня, примириться с Богом, принять Иисуса Христа внутрь себя, Бога, чтобы Он жил внутри, свое сердце принять. Можете прямо сейчас выйти сюда, перед сценой встать, лицом к людям. Да, пожалуйста, выходите. Мужчины, женщины, не стесняйтесь. Здесь не место, которое, где надо стесняться, здесь место, где надо молиться, каяться. Слава Богу. И вот говорите с лицом к людям тоже, да. И можно нормально. Выходите, пожалуйста, не стесняйтесь. Кто хочет помолиться? И мальчики тоже могут выйти помолиться, да, и девочки, и юноши, и девушки, и бабушки, и дедушки. Христу все возрасты покорны. Кто-то, может, сейчас сомневается и колеблется, не сомневается душа. Выйди вперед и
и свою веру в Иисуса Христа засвидетельствуй. Сделай этот шаг веры. Кому-то нужно восстановиться сегодня. Может, ты каялся, уже не раз каялся, но отступал и падал. Сегодня время твоего восстановления. Не то беда, что ты упал, а то беда, что ты устаешь. Поэтому вставай. Иди сюда. Господь, я молю Тебя за тех, кто вышел сейчас, и за тех, кто выходит. Прошу Тебя, Господь Божий, обними каждого из них. Дай, Господь, слова покаяния, Боже, слова молитвы каждому из них. Боже Святой, своей любовью окутай их, Господь, эти души. Помоги, Господь, тем, кто молится к Тебе сегодня. Помоги тем, кто, Господь, впервые обращается, может, к Тебе. Или уже не впервые, но, Господь Боже, обращается к Тебе сегодня с молитвой. Боже, покаяние, восстановление. Боже, благослови, Господь, его молитву Божию. Благослови, прими как фимиам к престолу Твоему. Боже, как благоухание эту молитву святую. Боже, благослови, Господь. Господь пришел, чтобы не сделать нам хуже, а сделать лучше, наоборот. Снять с нас бремя, оковы, греха, проклятия. Всякое проклятие, что было разрушено в нашей жизни, в нашей судьбе. Всякое безбожие, всякий грех, всякое демоническое влияние, что было разрушено во имя Господа Иисуса Христа. Прямо сейчас, в этой молитве, Отец, я благодарю Тебя за тех, кто вышел, и за тех, кто сомневается, еще может много уходит уже. Благослови, Господь, сейчас каждого, вышедшего на покаяние. Боже, не постеснявшегося Твоего святого имени. Боже, не постесняйся их и Ты, Господь, в Царстве Своем. Боже, провозгласи сегодня их имена, Господь, на радость всем небожителям, на удивление всем ангелам, на зависть и поражение всем демонам, всем бесам. Боже всемогущий, благослови, Господь, благослови. Ты говоришь, что крепко держишь нас в своих объятиях, в своих руках. И Ты сказал, что никто не похитит вас из руки Отца Моего, потому что Отец Мой более всех есть. Боже великий, благослови, благослови, благослови. Может кто-то думает, я не достоин, чтобы Христос, Бог, пришел в мое сердце. Ты достоин, потому что Бог достоин тебя этого. Потому что Бог возлюбил тебя. Не стесняйся, выходи. Не сомневайся. И сейчас пред Богом давайте скажем такие слова покаяния. Скажем, Бог Святой, Отец Небесный, я прихожу к Тебе с верой, надеждой и любовью. Во имя Иисуса Христа прими меня. Услышь мою молитву. Во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от всякого греха, от всякого проклятия. Во имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Бог, прости меня, очисти меня кровью Сына Твоего. И я принимаю Твое прощение, Твою милость, Твое исцеление, Твое освобождение во имя Христа Иисуса. Наполни меня Духом Святым. Благодарю Тебя, Господь. И пусть Слово Твое, Библия Святая, учит меня. Пусть Твой Дух Святой наставляет меня. Я благодарю Тебя, Господь. Отец, я прошу Тебя за тех, кто вышел сейчас, Боже, благослови их, Господь. Ты знаешь их молитву, Ты знаешь, кто из них как молился, Боже Святой. И Ты с искренним поступаешь искренне, я знаю, Господи, благослови, Боже, их молитву сейчас, благослови их обращение. Пусть те, кто не рождены, родятся сегодня, Господь, в этом дне, для новой жизни во Христе. Пусть те, кто оступился, упал,
восстановится сегодня, Боже, в первозданной красе Твоей, Боже. Пусть те, кто, Господь Божий, осуетился, в умствованиях своих, Боже, еще сердце мрачилось, Боже. Боже, пусть просветлеет Господь, Боже, во имя Иисуса Христа, и пусть семя Слова Твоего принесет плод в судьбе каждого человека. Во имя Иисуса Христа. Благослови Господь людей своих, Боже, миром, своим шаломом. Аминь. Аминь. Благословляем их во имя Господа Иисуса Христа, каждого из них. Благословляем. Слава Иисусу Христу. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь, возлюбленные братья, сестры. Слава Богу. И самое великое, молитва всех молитв, молитва покаяния. Вот в самом начале служения этого читалось стихотворение, вот помните, да, про игрушку, да, хотел подарить Богу. Вы знаете, я проповедую в разных деноминациях, в разных собраниях, в разных конфессиях христианских. И бывают часто в костелах католических, и в католических костелах проповедую. И однажды мне рассказали в костеле в одном польском такую историю. Говорят, она не вымышленная, говорят, правдочная история. Она была в начале 90-х, прям, когда Евросоюз еще рухнул, и люди, многие миссионеры приехали рассказывать о Христе, о Евангелии, проповедовать людям, потому что много людей вообще не знало Бога, и о существовании Бога, несколько поколений выросло в атеизме. И вот, и группа вот этих миссионеров, они были, я так понимаю, там это детский дом. И они, как приют, и они рассказывали евангельскую весть, рассказывали о рождении Христа, раздавали там фломастеры, там картон, значит, ножницы, кисточки, краски, все раздали это. И сказали, давайте мы сейчас сделаем, вот каждый, что он услышал сейчас вот, о рождении Христа, давайте каждый сделаем, вот как вы себе это представляете, выпишите, нарисуйте там, разукрасьте, и мы сделаем потом выставку вот этих ваших работ. И все детки постарались, ну, в основном были вертепы такие вот, ясенки, там, значит, Иисус, младенчик, там, Иосиф, Мария, ангелы, ну, как положено, они постарались. А один мальчик, видимо, перестарался. Значит, они подошли, когда миссионер проверять его работу, и как бы не знали, как ему сказать, чтобы не обидеть его. Потому что в яслях лежала двойня у Марии с Иосифом. Значит, два ребеночка. Но они стали объяснять ему издалека так. Ну слушай, ты внимательно слушал? Вообще-то не двойня родилась у Марии, а это был один, это был первенец, это был Иисус. И он мальчик сказал, что да, я понял, это Иисус. А кто же второй? А это я, говорит. Такой интересный. Мне так понравилось рассказывать. Я тебе слышал, что он рассказывал, потом, значит, что вот мы и плакали, и смеялись, потом, значит, вообще, вот это просто те. Значит, он решил подарить самого себя Иисусу, чтобы ему там было не скучно, там ясень как-то с ним лежать. Вот и потому что на самом деле самое великое, что мы можем дать рожденному ради нас, Иисусу, это самого себя, свое сердце, свою жизнь, вот, посвятить Ему. И когда мы говорим, Господь Иисус, прости, Господь Иисус, войди в мое сердце, живи во мне, не просто где-то вот рядом, вот, как говорится, вот, да непонятно где, а вот во мне, лично во мне. Когда Он твой личный спаситель, когда ты знаешь, что Он лично за тебя умер, и лично для твоего спасения воскрес из мертвых, когда ты знаешь, что кровь Его святая была пролита за твои грехи, тогда совершенно иное христианство, совершенно другое. А еще, друзья, другая история, она не менее впечатляющая. Вы знаете, удивительное совпадение такое. Это не просто совпадение вообще-то. Именно на Рождество, ну вот, Рождество по-разному уже празднуют, да, у вас вот церковь такая, самая хитрая такая, да, и 25-го празднуете, и 7-го, молодцы, Соломоново решение. И чтобы, потому что на самом деле нам не просто какой-то красный день календаря важен, да, а нужно действительно вспомнить саму суть Рождества,
саму суть Рождества. Это не просто наряды, это не просто там украшения, не просто подарки, а это сам Иисус Христос, родившийся. И вот, потому что Иисус родился он чуть пораньше, вообще, если брать чисто исторически, так, как история говорила, в сентябре родился вообще. Может, еще подпишем, там еще третью дату историческую. Но когда бы мы не праздновали, самое главное, чтобы мы знали, что Иисус, Он пришел в наш мир спасти грешников. Пришел спасти мир грешников. И вы знаете, что, друзья, именно в истории войн, сколько их ведет человечество, и сегодня и в Украине идет война. А знаете, вот много кровушки было пролито. Миллионы и миллионы людей погибают на земле в разных войнах, в разных конфликтах. Началось еще все в Библии, помните, да? Когда Каин убил Авеля, брат на брата поднял руку свою. Пролилась кровь человеческая. И с того времени много кровушки было пролито. Очень много. И еще сколько будет пролито, слушайте. Много зла в этом мире. Но за всю историю войн, сколько меня человечество, впервые в истории войн однажды совершилось братание враждующих, воюющих армий. Братание совершилось, это было давно, это было еще война франко-прусской войны, под Рождество, на сочельник. В окопах сидели и с одной, и с другой стороны солдаты и готовились к наступлениям. Генералы там обсуждали планы. И вы знаете, что в этих многокилометровых окопах там тысячи-тысячи людей были. А время было как раз под Рождество уже. И вот кто-то из солдат, я был на том месте, это сейчас Бельгия, страна. И там небольшой мемориал поставлен сейчас вот, вот этим людям. Память, как дать памяти, как бы, уважение вот этим людям, которые впервые в истории войн, человеческих войн, поднялись из окопов не с оружием друг на друга, чтобы убивать, а с объятиями, чтобы объяться и вместе пели гимны Христу. И вот французы говорят, что один французский солдат, австрийцы говорят, что один из немецких вот этих австрийских солдат, ну, неважно, кто первым начал. Главное, что подхватили в окопах пение, пели эти песни, рождественские песни. Представьте, уже не первый год война идет, уже тысячи погибших с обоих сторон. Озлобленность, кровь, война никого не красит. Война самое худшее свойство человеческого естества изнутри. Самые подлые, самые гадкие, самые ужасные на поверхность. Не только сливки всплывают, знаете ли, уже в судьбе человеческой очень часто такое всплывает, что ой-ой-ой, там диву даешься. Так вот, и проповедую часто тоже вот в этих вот местах конфликтов вооруженных. Я бываю тоже, и скажу так, это очень и очень страшно на самом деле, не дай Бог. И скажу, что и бывая в разных, и в Грузии, и в Приднестровье, и посещая и зону АТО, посещая разные места, скажу, что там, где проливается кровь людская, действительно страшно, когда жизнь человека в любой момент может обрываться. И вот эти солдаты франко-прусской войны, они поднялись из окопов. Вначале было пение, они пели эти гимны, те на французском, те на немецком поют, и они пели и пели эти гимны, а потом они поднялись из окопов и пошли навстречу друг другу. И они обнимались, они пели вместе эти гимны. Это, наверное, я представляю себе, что творилось там, в той же преисподне, в аду. Там дьявол, наверное, волосы рвал себе. Там бесы все, наверное, в шоке были, в ужасе, значит, что случилось? Это сколько же нужно было потратить всего энергии и сил, чтобы стравить народы. И все, как говорится, на смарку. Люди обнимаются, целуются, люди поют вместе песни. Но что творилось на небесах, я представляю себе в этот момент. Ангелы ликовали, Христос радовался. Рождение Христа прославлялось. Удивительно, конечно. Правда, это было недолгим явлением совсем. Очень скоро спохватились генералы, им доложили и с той, и с другой стороны, что вот так и так вот армии не воюют, а армии братаются, обнимаются. Их нужно разнимать теперь от такой рукопашной, братской рукопашной. И, конечно, начались, потом их разняли, потом начались трибуналы, даже были расстрелы и с той, и с другой стороны тех солдат и младших офицеров, которые отказывались отрекаться от этого братания и выяснились как зачинщики вот этого братания. Их почитали предателями.
Спустя столетия их посчитали героями веры, героями, которые бросили вызов страшной военной машине, страшной человеконенавистнической идеологии вражды войны. И знаете что, друзья, неспроста это все было именно под Рождество. Не просто красивые песни объединили их. Я верю, что в этом был знак для всего человечества, что есть тот среди нас, есть тот на этой земле, который сказал, уходя, что я с вами во все дни до скончания века. Есть тот, кто действительно есть свет к просвещению всех народов. И он есть слава народа своего Израиля. И он есть спаситель всех. И французов, и немцев, и украинцев, и русских, и чеченцев, и африканцев, и американцев, всех. Он есть тот, кто есть спаситель и Господь всех. И уходя с этой земли, он сказал, что вернется. Друзья, и сегодня, находясь Духом Святым здесь, и в сердцах верующих, и среди верующих, посреди братьев воспевает. Слава Богу! Друзья, в Писании говорится, я хочу прочесть еще из Колоссян 1:26 и далее. Написано о тайне, некой тайне, сокрытой от веков и родов, ныне же открытый святым. Какой тайне? Которую благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Вот это есть тайна, таинство, которое было скрыто в веках, но открытое сегодня всем народам. Абсолютно всем народам открыто сегодня. Это уже не тайна. Тайное стало явно. Бог решил спасти весь мир. И для этого отдал своего Сына за всех нас. Я рассуждаю тоже над своим христианством. Рассуждаю над тем, кто я вот во Христе. Как Христос во мне живет. Знаете, вот вчера на семинаре, в записи потом можно это будет потом посмотреть, я думаю, это будет очень важным таким просмотром. Просто времени немного. Я хочу лишь вспомнить из вчерашнего, что слово баптизо, баптист, да, баптизо, оно не только означает вот именно погрузиться и выгрузиться, окунуться и все, и как спустя вода. Нет. А в старом греческом баптизо означало погрузиться и остаться там, пребывать там, в этом рассоле, в этой атмосфере, в этой соли. И пропитаться. И на самом деле баптизу использовалось в описании кулинарных рецептов, в солении огурцов. И если мы верующие, то мы должны просолиться Богом. И иметь соль в себе. Не просто вовне. Не просто на шкурке слегка малосол. А внутри такой же, как и братья остальные в этом мире по грядке. Нет. А действительно просолиться, чтобы и запах, и вкус, и хруст, все иное, абсолютно, лишь вот оболочка, лишь вот это вот внешнее похоже, да, человек, раб Божий, обшит Божий, вот как бы. А еще, друзья, хочу вспомнить еще место Писания. Апостол Павел пишет Коринфянам, 3:16, это запоминаемо будет, да, есть знаменитая Иоанна 3:16, которую уже цитировал. Ибо так возлюбил Бог мир. Многие христиане называют это золотым стихом Библии. Потому что на самом деле в этом стихе, в одном стихе, весь смысл, весь дух всей Библии. А в 1 Коринфянам 3:16 раскрывается учение о церкви Нового Завета, о народе Божьем. Это как бы золотой стих экклезиологии, учение о церкви. 1 Коринфянам 3:16 говорится, разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Потрогай себя сейчас. Скажи, Дух Божий живет во мне. Представляете? Когда потом размышляешь, аж шерсть дыбом поднимается. Я не знаю, просто волнуешься сразу, потому что каково? Не просто ты вот там Иван, Мария, Петр, там, кто еще, Сергей, а ты храм Божий. Храм Божий, обшит Божий.
храм Божий, живой человек. Когда апостол Павел писал это послание свое в Коринф, тот храм в Иерусалиме, который, ну, раньше ведь один храм был, помнишь, да? Один храм, один Бог, один храм, все понятно. В Иерусалиме на сегодня был храм. И этот храм, святой храм, он был великолепен, его, мы знаем, обустроили хорошо, красиво его, ну, оформили. Много золота, серебра потрачено было. И даже ученики однажды, помните, да? Когда они выходя там из храма, они решили Иисусу как бы вот показать все это. Все-таки, ну как бы это не провинция вам, это вот, вот смотрите как все украшено здесь. Но Иисус сказал, что этот храм будет разрушен. И камня на камне не останется. Все будет разрушено. Учеников было... Я представляю, что творилось в его сердцах. Страшно, наверное, было очень. Они даже спрашивали его, когда видели вообще. Какой признак? Подскажи нам. Интересно, Иисус, смотря на Иерусалим, когда приезжал в него, он плакал, смотря на город, и он сказал, оставляется дом ваш пуст. В Иерусалиме дом, лишь один дом мог называться по праву домом. Это дом Бога. Это храм Бога. Как храм пуст? Когда на кресте Иисус умер, он сказал, совершилось. Завеса в храме разорвалась. Это не просто занавесочка, это была толстая завеса, большая завеса. И она разорвалась сверху донизу. Кстати, есть песня, да, вот, Алексей Редяева? Я не хочу жить за завесой, жить за стеной глухой, мое сердце с тобой, мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим, я добрый отец, а я обочин родной. Ой, люблю Алексея, даже за одну песню просто. Его можно канонизировать уже. Не, ну такой написатель, это надо быть либо вообще, не знаю, вот, негодяем, либо очень святым сильным человеком. Вот. Но это Божьи слова. Это, на самом деле это не обман. На самом деле это евангельская весть для человека. На самом деле это Божье откровение для человека. Потому что завеса действительно разорвалась. И человек сегодня, может любой человек, прийти к сердцу Бога. В древности, когда рвали, ну я не буду сказать, я сам, мне очень нравится, как раз это. Ну как бы разрывали. Яков, допустим, рвал одежду на себе, помните, да? Это в иврите, в современном описании этого же слова употребляется в медицине. Когда пациента спасают, ему все разрывают, и мы теряем его. Там не для того, чтобы расстегивать каждую пуговичку. Там разрывается сразу и нужно доступ к телу. И здесь как бы Яков, допустим, рвав одежду, он как бы, Бог, мне плохо, я не могу, все. Вот прям сейчас нуждаюсь в твоей экстренной вмешательстве. Все, приди, спаси, все, он рвет на себя одежду. Вот, и вы знаете, Бог разорвал завесу, показав, что он не может больше жить без нас. Он не хочет жить без нас, он хочет, чтобы мы пришли к его сердцу. Все пришли, прикоснулись к его сердцу. И, друзья, и начиная с того момента, священники, к сожалению, поступили очень подло. Не все, конечно. В Деяниях написано, что многие священников покорились вере. Слава Богу за этих батюшек. Но, к сожалению, многие оказались очень подлыми, негодными, недостойными. Они зашили завесу, списав все, видимо, на несчастный случай, на трагическое совпадение. И, знаете ли, прыщ просто так не скочит. Не говоря уж про завесу, которая разорвалась сверху донизу. Но они возобновили свое служение, как будто бы ничего не произошло. Знаете ли, в Багдаде все спокойно. На самом деле все было уже неспокойно. В Талмуде говорится в разделе Йома, что на протяжении 40 лет последних, перед тем, как храм был разрушен, жертва на Йом-Кипур не принимала всемогущим Богом. Завеса в храме была зашита, но минора, храмовый семисвечник, она сама собой затухала 40 лет подряд. Очень дурной знак. И еще лоскуты белоснежные, эти нити, которые пропитывались кровью жертвенного животного, и священники наблюдали, побелеют ли эти нити, эти лоскуты. 40 лет подряд они не белели. Больше того, храмовые ворота распахивались на протяжении 40 последних лет. Храм был разрушен в 70-м году. Отнимаем 40 лет, 30-й год нашей эры. То есть сам Бог показывал, что меня здесь нет.
Сам Бог показывал, что закончен бал, погасли свечи, все. Закончилось время храмового благочестия. Закончилось время вот этого ритуализма. Началось время христианства настоящего, веры истины. Тот иудей, что уже не просто по плоти, а по духу. И ему похвала не от человека, а от Бога. И, друзья мои, однажды храм был разрушен. И слова Иисуса исполнились буквально. Камня на камне не осталось. Все было разрушено. Но не будем расстраиваться. Храм Божий святой, он стоял и будет стоять. Потому что храм Божий святой сегодня – это человек. Храм Божий сегодня – это мы с вами. Как живые камни, как кирпичики в этой стройке тысячелетий. А какие-то посильные камешки Бог тоже там в основании, где-то там в стеночку, где-то там облицовочный кирпичик, там разные камешки есть, с разными назначениями, и украшательские там, и такие капитальные, но все мы в одной стройке, и куполом этого храма является сам Иисус Христос. И основанием храма является сам Иисус Христос. И в каждом кирпичике живом есть Иисус Христос. В каждом кирпичике сам Иисус Господь. Слава Богу! И однажды, когда стройка будет завершена, когда все будут на месте, когда храм будет завершен окончательно, Господь скажет, вот совершилось окончательное дело спасения. Поэтому добро пожаловать в Царство Божье. Благодари Бога, что ты не опоздал. А тем, кто еще может еще сомневается, или вот нашим зрителям скажу, кто будет смотреть видео, эту программу видео, поспешите, не опоздайте, пожалуйста, чтобы потом не кусать локти всю вечность. Но, друзья, надеюсь, будет как можно меньше и в Измаиле, и в других городах опоздавших. Как можно меньше. И для этого давайте поработаем. Давайте послужим Богу. Давайте вот на протяжении этого 15-го года потрудимся. Приведем с собой в Царство Божье хотя бы одного, двух, вот так вот за руки, значит, человек. Значит, возьмем с собой кого-то еще. Из нашей родни, из наших коллег на работе, из наших знакомых. Приведем к Иисусу. И скажем, вот, чтобы они не были заложниками ада, чтобы они не шли в преисподнюю, но чтобы они возрадовались и возвеселились в Царстве Божьем. Господь да благословит всех нас. И я хочу вас благословить стихами благословения библейского, благословения Ааронова. А мне показалось, или нет, там был талит. Кто-то вроде приносил, да? Да. Ой, очень похоже. Извиняюсь. Я очень люблю благословлять талит. Давайте встанем, возлюбленные. И талит — это такое покрывало, что можно выразиться молитвенное. И пусть нашим покрывалом сейчас будет Бог всемогущий. Пусть нашим талисом будет сегодня сам всемогущий Отец. И пусть его Дух Божий, он укутает нас, завернет нас в этот покров. Отец, Бог и Царь, благословенный во веки веков. Аминь. Благословен Ты, Царь Вселенной, призвавший нас из тьмы в чудный свой свет. Благословен Ты с сегодняшним днем, когда миллионы и миллионы людей благодарят Тебя за чудо Рождества. Боже, спасающий грешников от оков. Боже, освобождающий от бесов, исцеляющий больных. Благодарю Тебя за то, что Иисус Христос и вчера, и сегодня, и вовеки тот же. Благодарю Тебя за милость Твою, за благодать Твою. Благодарю Тебя за моих братьев, сестер, Боже. Боже, во имя Иисуса Христа, избавь нас от всякой ленности, всякого тунеядства, Боже. Пусть каждый из нас принесет плод во славу Твою, Господь. Чтобы никто из нас, не дай Боже, не услышал от Тебя, лукавый и ленивый. Но чтобы добрый и верный, чтобы это прозвучало в нашей судьбе, добрый и верный. Боже, ни лукавства, ни ленности не дай нам, Господь Божий. Избавь нас от этого зла. Боже, дай нам, Боже, Твоего добра, Господь Божий, и верности, и любви, Господь Твоей. Боже всемогущий, благослови нас. И я пою благословение Твое, Господь Божий, на моих братьев и сестер. И прошу, Господь, обрати свое лицо святое на них и благослови.
благослови церковь, Господь Божий, здесь, в Измаиле. Боже, благослови церковь свою, Господь, по всей Украине, Боже, во имя Иисуса Христа и по всему лицу земли. Боже всемогущий, пусть во всех народах прославляется Твое святое имя. Еврехех Адонай веишмарех Яхер Адонай панаалейха вихулекха Иса Адонай панаалейха веясадеха Благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя. И даст тебе мир. Бешем Ишуа, Дамашех, Ишуа, Машехейну, во имя Иисуса Христа, Мессии. Амин. Бог Авраама, Исаака, Якова, Отец наш, благослови миром народ свой, посети виноградник, насажденный Твоею рукою. Благослови, Господь, дабы больше мы принесли плода. И в этом году, наступившем Боже, будь милости к нам. Позволь нам прославить Тебя на этой земле, Господь. Благослови Исмаил. Благослови, Господь Божий, Одесскую область. Благослови, Господь, Украину сегодня. Боже, благослови, Господь, сегодня, Боже, всю нашу истрадавшуюся планету, Боже, которая лихорадит в войнах, лихорадит в болезнях и гладах. Боже Святой, Ты есть Тот, Кто даешь мир этой земле, мир народам. Только лишь Ты, наш Господь, Господь Иисус Христос. Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, Который и запечатлел нас и дал нам залог сердца, духа сердца нашего. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аплодисменты великому Богу. Спасибо, отец Сергий. Давайте служителю Божьему. Благодарность выразим. Спасибо большое за чудесное послание. Рождественское послание. Бога благословит вас. Во имя Иисуса Христа. Ныне день благоприятный, ныне день спасения. И это чудесное откровение, знаете, что теперь каждый из нас, верующий в Него, кто принял Его, Он живет внутри нас. Мы храм Духа Святого, и Дух Божий живет в нас. Слава Господу! Итак, сейчас у нас будет 30-40 минут, у нас будет праздничная программа. Есть некоторые братья и сестры и дети, которые подготовили эту программу. И я верю, что каждый из нас будет благословен. Я хочу зачитать место Священного Писания. Матфея 2 глава, с 10 стиха, 10-11 стих. Давайте внимательно послушаем. «Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою». Здесь говорится «за мудрецов с востока». И войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары золотом, ладом и смирно. Сегодня день рождения Иисуса Христа. Рождество – это день рождения. И наши дети, они подготовили свой подарок, свое золото, свой ладан и свою смирну. И они хотят принести это
рожденному Спасителю мира Иисусу Христу. Я верю, что у каждого из нас есть какой-то подарок для Господа. И знаете, меня очень тронуло вот этот рассказ, как ребенок, когда спросили, а кто же это второй, Иисус один родился, он говорит, это я рядом. Перед тем, как наши дети выйдут, знаете, я тоже слышал, как в одной детской воскресной школе попросили на Рождество детей нарисовать рисунки рождественские. И один мальчик нарисовал самолет, и в нем 4 окошка, 4 иллюминатора, и там лица. И когда учитель воскресной школы спросила, а кто это 4 лица, он говорит, это Иосиф в одном иллюминаторе, это Мария, это Иисус, а это Понтий Пилот. Кто читал Библию, тот засмеялся, кто не читал, ничего не понял. Это Понтий Пилот. Поэтому давайте под наши аплодисменты пригласим детскую воскресную школу с подарком. Давайте больше, 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 больше. И также объявление. Когда закончится наше торжественное праздничное богослужение, всем детям, пришедшим до 15 лет включительно, будут розданы рождественские подарки. До 15 лет. Если тебе 16 лет, извините, пожалуйста. До 15 лет. Давайте еще раз поприветствуем наших деток. И эти подарки буду вручать я и моя супруга. Мы будем вручать детям, и мы будем благословлять детей во имя Иисуса. И отец Сергей также. В конце богослужения, в самом конце. Небо скинуло свое голубое платье, нарядилось в темно-синий бархат и украсило свою грудь бриллиантами и созвездиями. В эту единственную ночь звезды хором пели, слава вышли Богу. Родился царь. Мама, а Вифлеемская звезда все еще светится? Да, свет Вифлеемской звезды все еще виден. Мам, ты думаешь, что мы когда-нибудь увидим эту звезду? И она тоже нас приведет к Иисусу? Я уверена в этом.
Елены. Сегодня радость торжества, все дети Божьи, неизменно ждут Иисуса торжество. Мой посетитель бил дитя таким маленьким, как я. Чудя он всегда во всем, папу к маме день за днем. Я посетителя люблю, всегда правду говорю. Но сильнее всего хочу быть похожа на него. Друзья, чтобы праздник навсегда запомнить, нужно, чтобы сердце храм Господом наполнить. Всегда горела на востоке, ему дети собрались в путь далекий. Царю и Богу поклониться, смирение перед ним склониться. Это его миссия, Христос и Вехвос, он истина в любви. Сила нету под неджектива, личность несравнима. Поднимайте руки, поднимайте руки, выше ваши руки, выше ваши руки. А-а-а-е, Рождество, о-о, Рождество, о-о, Рождество, о-о. Земному шару миллионы христиан вспоминают о победе, позабыв обо всех бедах. Христос победил смерть, и на небо и путь разведан. Но мы пошли за ним, Иисус не заменил. Ибо нам, чтобы спастись, не дано другого имени. Но нужно каждый день напомнить о Христе, ведь именно за нас Бог был распят на кресте. Христос! Царя, небо свои руки просит, сегодня всех звезды, зовет и не гости. Дверь открыта, если есть, заходите, милость просим. Это ночь по всему миру, мега праздник, Мэри Крисмас, на небесах горит звезда, и не гаснет Джизус, во всех народах племена. Аллилуйя! Поют на разных языках. Аллилуйя! И мы не исключение, день его рождения приносит поздравления. Песня прославления, небо и земля, ангелы и люди, люди, славим, славим все царя и вечно славим, будем, будем. Распахни шире двери и пусти его свой дом, счастье, радость и веселье, стоп, под царем прибудет днем. Иисус родился, да, Иисус родился, да, желаю всем видеть ему Рождества. Вот снова к нам праздник.
пришел долгожданный, парадный свершений, надежды, желаний. Рождественский праздник Иисуса явление, которого Бог нам дал всем во спасение. Великая радость на землю пришла, любовь и прощение с небес от Отца. Ликуй все ангелы, небо ликуй, спасите Дана, пусть весь мир торжествует. В этот день мы говорим о рождении Христа, в этот день молчать не могут наши детские уста.
святы, вечную любовь. Рождество для нас Христово, много лет из года в год, праздник — это радость лед. Славьте Бога, стар и мал, Он спасителя нам дал. Это было очень давно, это было ночью одной. На небе звездочка появилась, на небе светом ее
Вам понравилось? Да. Скажи с Рождеством. Рождество! Мы хотим этих детей, которые особенно выступили, подарить им дополнительные подарки. Вы не против? Нет. Они старались. Давайте им подарки сейчас, пожалуйста. Несите сюда. Сначала девочкам. Принцессам. Быстренько, девочки, подбегайте. Вам еще будут подарки в конце служения. Сейчас принести свой дар Господу. Библия говорит, что пастухи пришли и поклонились. И я даже больше уверен, что они пришли и все-таки что-то ему принесли. Библия говорит, что мудрецы, волхвы с востока, принесли ему золото, ладан и смирну. Они прошли долгий путь. И я просто сейчас вдохновляю тебя достать свои пожертвования, свои финансы. То, что тебе не жалко для Иисуса Христа. И давайте мы принесем свои пожертвования сейчас, в этот рождественский, потому что всякий раз, когда мы приходим кому-нибудь на день рождения, то мы несем какой-то дар.
Может, это и есть, знаете, может, у кого-то уже такой менталитет, но это неправильный менталитет, когда идет на день рождения или на свадьбу с пустыми руками. Типа, радуйтесь, что я пришел. Но я каждый раз, когда иду куда-то на день рождения, я несу с собой подарок. Или просто деньги в конверте, или живые цветы. Возьми сейчас из твоей любви, благодарности Господу за спасение свой дар, свой подарок, свою финансовую.